Здравствуйте, уважаемые подписчики Garden Zoo. Как всегда, осенью сажаем озимый чеснок. Только ленивые не сообщают, как сажать чеснок. Чеснок нужно сажать за 2-3 недели до наступления постоянных морозов, чтобы лук не укоренился и не пошел в рост. Ну, практически в Поволжье это где-то начало октября. Но сентябрь теплый стоял, октябрь, так что сейчас, в середине октября и в конце октября, это будет не поздно. Скапываем грядку, а дальше покажу, как это делается. Для посадки я использовала удобрение для лука и чеснока вперемешку с золой от дров, древесную золу. Можно также суперфосфат, но главное, азот, содержащий удобрение, осенью не нужно закладывать в грядку. Для этого весна будет. Неважно, как чеснок попадет в землю, так как мы его втыкаем корешками будущими в землю, или он попадет наоборот, кверх ногами. Все равно этот чеснок прорастет весной и даст урожай. Поэтому всю грядку я посадила как нормально, обыкновенным способом, как я сейчас показала. А вот две полосочки я попробую, как всегда, поэкспериментировать. То есть я вот так вот, просто не нагибаясь, я палочкой распределяю чесночины примерно на расстоянии одинаковом друг от друга. Вот так. Минус такой посадки: иногда при засыпании этой грядки некоторые зубчики все-таки остаются на поверхности. Поэтому вот берем черешок или рукой, или черенком закапываем. И для снегозадержания я на грядку чеснока накладываю вот такие ветки какие-то корявые. Вот таким образом. Чеснок преть не будет. Но любой даже маленький снежок задержится между этими ветками. А весной эти ветки обязательно убрать и сжечь. Первая грядка чеснока будет готова. Ну вот и все. Сажайте. Время есть.